Да, ну вы чё? Кузнеца разоконтрольте. Кто туда отлетел? Кто это сагрил? Да кто-то отлетел туда. Это я даже вижу. Кто это сделал? СС... А нет, откатил. Я диван дал. А? Кто это отлетел? Там в две стороны отлетели. С двух сторон согрели. Чё вы делаете? Ну вон, наверное, старик слева, а просто справа. Чего? Я только что отлетел последним, блядь. Ну я просто смотрю, типа, ты не разговаривай. Во всем виноват старик. Да. Во всем виновата сова. Это все старфол. Я лучше. Сова виновата, а старик это жертва. Сова. О, всегда крайние, походу. Что? Мазара с Шемкой нормально хилит? Пинчик. Ну хотя мне летит ПС-ка, мне ли возникает, да? На этом боссе кого-то еще будешь брать, да? Не надо никому ничего. Броню надо будет на робота. Вместо кого? Кому там босс не надо? Кому босс не надо? Нет. Даркиз, да? Вместо Даркиса. Не, Лока-то не стоит менять, у них раскол есть, но по части другого нет. Другого снять нельзя. Другу я не буду менять, это на пол. Поехали, трэш. Кто там каски дает? Ёбаный брод. Ну вот опять, типа, ну, сука. Ну это короче. Какая же хуйня? Раздайте контроль. Нет-то да. Че, и кто сагрил? Че, встать не могут, что нет. Кто это так агрит? Нет, ну, это. Че это волк отлетел влево? Да там не. Там люди полетели. Налево улетели волк и инферналы. Есть это говно все. Слушай, ты лимовская уешь. Я съебался. Человек просто вижу лужу с ямок. Я не знаю, они не пробовали вообще сами вот так вот ходить в рейтинг со всем этим жом. Ворон. Пока пианист нет, разраливают. Три тела лестница. Вы-то разролите, а я с гильдию. Индерапа, шторм, Денечку дайте. Нет, ты ты можешь разролить, но все равно тебе придется положить ВБ ворон. Да-да, я на то имя. У кого РЛ, кикните его, мы разролим обратно. У меня же РЛ. Кик его. Так, Луцинь.
Значит. Вот, а че их роли сейчас, они там стоят, блядь, твой дальний. Тысячи, твой дальний. В Гуцине страхует Враска и Талдаран в баблах. Знаешь, сколько стоит? 1200. Ролл на почетную должность положить в ГБ просто. 1000. Это типа это, почтальон? По утрам можно и по это, по 1000. Просто как можно, блять, вот за один день да убить. Не забирай. Просто... Продаешь леха воронки почем? Ты их складируешь. Что он их ест. Что ты складируешь? Да. Почем ты продаешь? Вино в себя одевает, наверное, не бойся. Я уже все в ТП. Да естественно, что у тебя уже все в ТП. Не, а почем ты продаешь? Это этого момента. По 1600-700. Сейчас подойду. 10. 6700 это максимальная цена, в которой сейчас есть, по-моему, но... Вот это, покупаю. Нет, куда это смысла продавать там, когда есть. Топак! Пускай лучше пускай постоят там 2 дня, да. Бафы получения. Чё, когда-нибудь ГХ этот ведут? Твой дальний также. В новом сезоне должны, да, кто-то же говорит. Мало есть. Он их продает, а бедная девка, блять, без метасокета ходит и без идола на дереве. Да, 1200 я настаю. Фу, бомжара. А ты знаешь, сколько, блять, зачарить стоит этого друида? Точнее, не зачарить, а засакетить. 50 минимум. Есть разница между классом и кого как чарить сокеты. Ну ставят. Типа фул красные. Ну, типа у меня это есть. Я на рогу въебал больше 250 кусков. Со всех. Мне... Блять, что вы знаете, шаман 600 милли... 600 тысяч в литр. Типа мне страшно вспоминать, когда я на сову покупал воронки. Типа мне поскольку там по 15-20 тысяч брали. Да, первая это 5. Нормальные люди вообще дешево играют. Ну, в танки играю, блять, вообще. Понимаю. Когда у тебя, блядь, когда у тебя камень стоит 400 голды, блядь. Он... Этот человек еще воронки тупизит. Ну вот какой, все делаем танков. Пианиста спроси по поводу лока. Нарцевхи. А. Лех, ну чё, разреши, пожалуйста, локу ты 5 взять. Никому не нужно вообще. Заходи. Спасибо. Ставьтишка. Так, не нужно выйти просто. Разбавляться. Просто с мира выйди и все. Угу, хорошо. Просто реально никому не нужно. Хочу, блядь, попробовать ротации. 9 секунд. Если ну, ты соберешь спирит Т5 и не будешь давать 23 тысячи, начинаешь. Что а, да это ж обычный твин бичуганский, блядь, что с него взять? У меня тоже твин вообще бонус, типа лог. Я в Т4 пятнашку всего даю. Короче, сейчас этот, на роботе, если и во сколько хилов робота бьешь? Смотри, если это, 5, этот, если сейчас дает 15+, значит забирает. Дает 15, значит нет. Какой добрый рестор шаман. На поле уже игра, пожалуй. Какой добрый рестор шаман кинет на демон лок и орехи? Не знаю, 15, хуй знаешь, посмотрим. Благодарю. 14, язык, не знаю. 15 даешь. Не, ну я говорю, на сурфанге было. Да ладно, похуй, что будет, то будет. Надо было говорить, 5к даю. Ну если на сарфе ты даешь 15, ты на роботе должен 15. Ну там не 15, там было 14,8, но хуй. Ну там было с фласками. Новые подробности открываются. Ну, блять, чё, понятно. Цепру тупить. Кинется ППС.
Начну первый. Танчу с Луцинием. Никитос, Пронин, Нарджа. Чё, мне не надо спектаться? Рыбу ставьте, рыбу. Это подожди, обратно спектнешься. Лучше бы в раз больше бы агро был. Больше, чем у Луцини у него будет? Чем больше, у тебя чем будет? Бля, а где рыба? Рыбы не вижу, где она? Ну, это, ну спекайся в танка. Третий будешь. Танка. Да долго бить будем, чего вы придумываете? Зато не сдохнет никто. Рыба пропала, да? Ну ладно. Ну чё, где рыба? Типа рыба висит 52 минуты. Где рыба? Проверка. Ставлю рыбу свою. Там этот шмот наполовину ДД, наполовину против. Больше огрода. Тебе же ДД шмот. Пару шмот оставишь. Главное, чтобы кап защиты только. Что именно ставить? Шею поменять чаще? Ну, шею островную поставить, кольцо ДДшное. Только смотри, чтоб кап защиты 500, 560 плюс был. Софт кап 540. Ну, блядь, не работает. Не готов в раз. Где шею с ГБ? Тринкет можешь один поставить, да. Прок. Упу на звезду, потом посмотрим, кто агро наберет. Даю отчет. Полцин дал сразу. По кому? Полцин. Полцин там, бля. Ёба, мне грот, зачем? Блять, ты чё, на коколе? Чё он типа второй? Ты сплетал, как? Вообще не говори, блядь.
Ким еще сальва. Пропойте гимн на ману. Вот она пулевает в тебя, да? Умираю, лам залез. Локи распал. Нарси и Салева. Нормально, никто не умер. Трудно возвращаться по лампам, громко до стаков, блять, не стакает. Не, ну вообще мало почему-то получилось. Прям вообще что-то. 12500 всего лишь. Странно. Бывает носатый дом. Чё это надо? Выбери кнопочку нажал. А, мне не надо. Чё за пушбэк? Чё такое это? Мозер. Какая разница, две кнопки у вас на здесь. Main off. Ну чё, Женёк, тебе отдавать? Твин. Кто у меня? Ну там кто ещё ролил помимо него? Мой инспект, только он нажал. Всё. Ну всё, давай. Только у него ЕБ нет. Да я зашёл же на 5%. А, ну всё, я понял. Извини. Просто локам не нужны вообще ты 5, как бы она либо в боссе останется, либо хотя бы сюда. Да-да, я понял. Ну все, ну спасибо. Так, чё, я пошел на этого. Сейчас какой босс будет? Звездочёт. Звездочёт. Угу. А зачем вы вчера тогда начислили? Это же обычный этот. Один рога только на мой инспект. У него есть только 7300, там 7500 мы отдаем. 7к было. Звездочет. А на звездочет. Все, я отдаю туда. Звездочет. Здесь этого рога что вчера не было, что? Че пулю? Звездочет. Так, звездочет. Как вчера же по. Охуеть. Че сегодня взял? Вчера у тебя не было ИП, я понял. Не убивайте Луциня, вы что делаете? Вихрь дайте по нему. Слышишь, рога в масле сегодня вообще нахуй. Ну. Пошел в спевку на ума. Пидорас. Пидорас, дабл 2. Рейд будет успешен. Я не на совет, дебил. Да хуй с тобой. Давно рейд будет успешен. Че, на поле он или?
Сейчас Лага скажет, что у них нет голды, чтобы зачариться и камни. Это, а вот я линканул, зреет, кому-нибудь нужна эта хуета вообще? Вообще, хоть на лов-спект. Просто я заметил, она уже нахуй никому не нужна. Да вы Войда предупреждаете, не меня. Да я не... Ну, Войд где-то есть. Я же, он же зреет. Чё вам надо? Да? Чё ты хочешь? Ну вон, я линканул триньку вот на крит вот это бесполезно. Она вообще кому-нибудь бесполезная? Бесполезная? На крит, наверное, сове, да? Просто усов вроде есть, вот всех. Мне Локи пишет, что он уйдет, вот, лёгко. Локи заберет? Локи уйдет, он говорит. А, ну все, 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 все. Я короче, побежал на это. Офицер, он же вага в рейде есть, он разве не офицер, бля? Нет. Ну все, там Луцин написал. Луцин написал. Я на шамана пошел. Тут Т5 не падает. Леха, как думаешь, зайти на соляру друидом? Мне так-то без разницы. Я вот думаю, триня заебись, да, на соляру? А, вот это на крит? Там солнечный. Не, она же. Ты сове же нужен стабильный крит, потому что там вроде под этот, под эту хуйню подсаки. Я и так там 100% крит на какой-то скилл. Она же не стабильный крит дает. Она вот элему там. В бейсе можно. В бейсе при 4 Т5 в бейсе. А если 245 и 3 нет, тоже можно, да, наверное? Конечно, нужно, блядь. 245 вообще огонь. Конечно, огонь, ты чё? Она столько крита тебе даст. Я тоже так подумал. Да не-не, конечно, ты чё? Это как мне вот, я Локу спросил, то, что Локу она тоже охуенно пошла. Любому бичу 277-я триня зайдёт, мне кажется. Вообще любая. А, переместите меня с... С Локом поменять, сейчас, пожалуйста. Погоди, трэш, погоди. И на следующего я тоже зайду, может, Т5 пойдет. Там про геля буду я брать сейчас. Не-не, я про руки имел в виду, они тоже. Руки падают в ЗС. А что еще здесь падает? Тело с келем. И все, да? Ну и плечи. А, во, подожди. Плечи ты уже забрал. Мука две шмотки тебя. А, ну ладно, хорошо. Проси еще. Вообще тебе дойбу как хватит. Да, конечно, хватит. Сейчас глядишь, сегодня опять когда я обнулится, завтра еще раз пойдем. Это как? Еще один знак передачи. Ай, будет два пустая, нормально. Да нет, кстати, не выпало. Да. Афлик двух. Или сейчас Афлики не дамажат тебя. Что-то я не вижу все Афлика. Афлики топ в ДПС дают по своему таргету. Все Афлики уже в Деслика переспикались. Да? Да они, да, по-моему, до воронка упали. Куда-нибудь сходить, за охоту сделать. Есть на самолет. Там он лучше Деларос, скажи, что Африки дают свои. Будете воронку забирать или нет? Сейчас заберу, что вы тут делаете? Бля, ну мне интересно, почему так ТПСа мало дал, но Сурфанги намного больше вышло. И вроде фаза была последняя долго. А там зачетные скрины, кто-то монитор фотает, да? Локу-то ГП зачем начислил? Оно никуда не ходит. Я тут забрал шмотку. Ну сейчас тебе на шаму начислят. Воронка одна была, да? Давайте сюда, выходите быстрее.
дела не ждут, как говорится. Спел. А ты в Африке или в Дестрике был? Женек? Да. В Африке. Да я в Дестрике больше дам, наверное. Дестрик у меня больше, в Африке, да. Видишь, там 5 шмоток или 6 на дух, включая посох. То есть у меня крита вообще почти нет. Идем, идем. Не, в Дестрике бы по боля бы я дал. Не, если ты в Дисине, вот у меня же 4 кг. Вест, ну, Афлики ебабельные только на АОЕ. Ну, из-за АОЕ в Т4 они разгоняют ДПС по соло цели. Ну да. Да я... Да Дестрик просто мне надоел, я думаю, дай Афлик. А шмот ну, потому что, брать. Блядь, он трехкнопочный, поэтому он надоедает. Мне вот хочется в Т5 Дестрика. Ой, не Дестрика, а Афлика там. Прям потому что там прям другая ротация абсолютно. Там что-то жизни всасывать надо, прям вся хуйня. Ну это типа он с ШП превратился в Т5. Ну да. Интересно. Сейчас шамана поменяли, вообще другая. А этот сапфир на хосту то нужен кому-нибудь? Стоп, патруль ждем. Подойдите все сюда, поближе. Приготовьтесь патруль бить. Череп. Череп я, Луцинь, два маленьких отводишь, чтобы убить кого попало. Поехали. Фир. Контрольте своих, не бейте. Их не давайте. 1-1. Да бейте. Ай, Гевка, Гевка. Не, ну око за око. Дерьмо демон, блять. Блять, вот этого долгонога не почти не получается под лаву подгадать. Резайте вагу, не пульте, не пуль. Назад. Воронка где-то пишет. Резайте. КД триник, сейчас ждите. Еще идет череп. Не пульте эту хуйню. Там ОЕшка будет. Подойдите сюда немножко к звезде. Значит, то же самое, череп веду в рейд, Луцинь 2 моба. Сейчас через 5 секунд начнем. Эх. Фир. Не убивайте вара. Я себе на Т5 уже не собирал. Два моба бьем. Сначала резница денщика, лагу, потом пуляй. Пока пуляешь, им бафы дадут. Враска в танк. На поясе, да? Да, это по контролю шмоба. Мобов. Будет по контролю в танке, это как? КД нарез пуляйте. Станы, сало. То есть стан это молоток на 6 секунд. Потом. Это полторы. В общем, КД полторы минуты. У молотка, блять, минута, а у щита, блять, 30. 5 секунд, все правильно. Тут, блядь, два роги есть. Троллить мало.
Я тебе помогу, если что, поконтролить. Роги вредите контролят. Я просто не понял, что ты хочешь, чтобы я сделал. Ну, моб, один жрец ты контролишь с мякой. Второй жрец в рейде, его бьют. Ну, если у нас хексить некому, что... Короче, казака. Я не знаю, про чё ты. Просто где? Будь в танке. Лучше не будет на боссе. Эти две пачки стала сбьем. Это Гевка или кто-то, или Простя. У меня ДБМ, короче, засранный. Хер знает, каким проклятием. Нужно метки, оно вне постромана. Я без ДБМ. Я тоже без ДБМ. Кто метку видит, у кого ДБМ с меткой? Именно в обычке. С голосом в Дискорде. Да ладно, давай на этом. На банально. Хардмоде, типа, да, на скиле. Кто типа не выйдет, 500 и все. Ну а если я не выйду? 500? 500? Пусть, ну блять, я первый раз, может 100 для начала. Нямка скажешь, если что. Отпивайтесь, человек на пол. Первый раз может. Я объясни, что конкретно мы будем делать, я что-то нихуя не догоняю. Появляется босс, его танчит Луцинь. Босс исчезает, появляется маленький трэш, его заливают в рейде. Появляются два жреца и выходит босс. Одного жреца тянут в рейд и сливают в рейде. Ему дают станы разбойники, талдарам и дают этот жабу шаманы. Второй жрец, его мякозонтик кидает в овцу. И ты стоишь, прямо смотришь его, только его ничего больше не делаешь. Если вдруг мегазонтик взлетел или что-то с ним произошло, и жрец начал каст, а, ну я чилю каст, я понял. Да, ты чилишь. Я с тобой тоже чилю. Я согласен. Так, как надо поменять? Печать снять просто, и все. Печать. Лапу обновить по рейду. Локи, ты тут? Луки сказали уйдет, ИП или что? Он уходит из... вообще конкретно. Даркис тут, пока тут. Даркис, вейд, ставьте шкаф. Тыкайте. Ну пока Даркиса возьму. Луки там что, он будет еще или что? Может, да? Я точно не уверен, но вроде что-то говорили, он же Леху предупреждал. Леху предупреждал, он мне написал, что Леху предупреждал. А, потом разберемся. Даркис тут на пол. Тимыч. Дает чё? На пол на Луцине. Женёк, выруби, пожалуйста, микрофон. Ты постоянно кричишь. Блядь, сорян. Подавился. Сейчас вырублю. Блядь. Раз. Ну, у меня анонс нормально. Изи. А может, обнимала рабочая стала версия. Зачем вы перо кидаете? А у него какой-то макрос или что он всегда так делает? Метку даю на Луциня, в Луциня весь рейд будете бегать.
Гринперс. Никитос, отойди от него. Да куда это Никитос за мной бежит? Не давайте Никитос ничего, он хочет выжить. Только где попало, не стойте там, вон у медведя звезде стоите. Сейчас выйдут на Б. Смотрим. Где босс, где жрица. Я навсегда избавлю вас от мании. Контроль, ма. Ну ёбаный стыд. Да нахуй ты его шипаешь? У тебя, блядь, моб справа стоит. Этого шипаешь? Черепок шип. Толдорам вышел из рейда. Взорвёшь весь рейд сейчас. Стаунти с него, моба. Сказ, тут бейте. Энджи. Энджи выйди. А вихрь на жрецов кидается? Его бить нельзя. В этом зачем его кидать? Чик, черепку бейте, череп, чувак. В череп встаньте. Только смотри, что могу на вас напишать. Черепок контроля. Вреди, жрец без метки. Женек вышел. Женек. Геру давай, она откатилась, просто вначале ее не было. Или не надо уже? Надо. К черепку. К черепку. Отведи Луцинь куда-то вон подальше отсюда. С двух меток, потому что выйдет к вам близко, опять хуярить начнете уешкой жреца. Отойди от этой метки, от второй. Короче, ясно. Вот он, жрец. Ставлю крестик. Его не надо бить. И сейчас по два будете бить. Где? Овцу в него. Там доты на нем. Спадут. Рога выведи, вервур. Вервур. Старик, выйди. Старик, выйди. Убегите. Делаем бау. Блять, ну что ты с ним бежишь-то? На Никитоса перо. Да он с каждым бегает, если ты не заметил. Чё, да? Серьёзно? Да. Чё, это 250, что ли, или чё, я не понимаю? Управляется парень. Да нет, там уже четырёхкратная, по-моему. Напуливайте на танка. Ну как вы что делаете, блядь? Что Ренги, Энги просит? Вы что, не можете на пул дать разбойники мелких? В Луцине или что? Ханты. Никитос, черная метка. Вага, 250, дай ему, пожалуйста. Для... Никитос, заканчивай. Еще раз так сделаешь, я тебе 1000 начислю. Блять, я такое терпеть встал? Не хочу, блять. Это пиздец, нахуй. Чё это такое?
Вот тут к этой метке, к белой подведи. Если жрец будет, он будет ваш. Две дальних мы смотрим. Мелких напуливайте. Ты лучше возле мелких стой, сразу агро на них набирай. И иди вместе с всем этим говном. Череп, вот, что? У вас среди жрец бейте. Как ты сдох, Простя? Да я ебу, я нажал встать, и все, у меня ничего не происходит. У меня один хп. И все, блядь. Не поиграть. Встал. Дать убил его. Варг удар вышел. Никитос, я предупредил. Давай, косарим. Бля, теки к ней его срей, да. Чё-то я не могу, нахуй. Ассиста нет или чё, блядь. А для чего это делает? Я не понимаю. Я не знаю, кикай его прям сейчас, нахуй, это не надо, блядь. Не, не надо в бою кикать, чё, у кого чё-нибудь багнется с фреймами. Не, просто... А если, может, он делает, чтобы кто-то не сдох, или это все фигня? Мы в обычке. Зачем он с кем-то подлетает? Ты че это, какой? Ну, человеку не... Да я бы кикнул, мне вообще плохо. Он оттачивает скиллу, ебать. Костя вылежу. Питос, давай, быстрее, я жду. Тебе че это за цирк, блядь? Никитос, в дискорде? Вряд ли. Он, по-моему, никогда не сидит в дискорде. Так он на нее дамажит 15. У него в дискорде, у него наушники замучены. В смысле, наушники отключены. Хозяин с дома, мыши в пляс, как говорится. В той метке к дальней веди его. Ну он ловушки кидает, или две ловушки кидает. Нормально. Перебегите, Луцин, перебеги. Две будет, вы два жреца зацепите, ауе. Веди, веди к этой хуйне. Без метки жрец веди. Че, переводим? Антифер, да? Да, конечно. Вы жреца только под боссом залейте, смотрите, каст не кастанул, чтобы. Каст. Ухуярьте его, убейте быстрее. Все, смотрим на это. А если его отхилить на фул, он превратится обратно, интересно? Нет. А там по нему дамаг по-посижен. Дольше бить будешь. Не, дамаг такой же. Келли успеваем или чё? Конечно, идем на Келли. Кто-то нет, он говорит. Подожди, тут три человека на офспектом. Никин, зой. Будь кто-то там здоров. Мозер, Луцини, Войт. Ну давай по роллу. Кто там с роллом? Сейчас по роллу отдам. А кто из них может хилит?
спек. Там как-то не так работает. Никого из них в хиле не видел, поэтому давай просто по роллу. Видимо, собирают. Да. Рольте, Мозер, Луцин. Пускай рулит. Че, спекаться обратно или в танке? Да Мозеру и с Шемом заебись хилиться. Ой, тебе надо в танке или нет? Нет. Если все не попадешь. Кто орехи кидал, большое спасибо, уже можно не кидать. Чисто на солярку. Ой, не на солярку, а на робота нужно было. Что, никому не надо? Что-то еще сюда одну пачку. Давай эту пачку чистим, да все, на этом закончим. Потому что Келя вы не будете бить сегодня. Так, а смысл трэш чистить, если он резко? Да, ладно. Типа ей можно чистить трэш. Воронка выпадет в трэш. В ГБ. Нормально, да, завтра опять. Все, иди назад, раз не сагрил, иди назад. Нахуй, не орите. Че там, все, ИП начисляйте. Кому начисляет тут все на офспек? А, ИП. Офспек не начисляется. ИП. Ну, в смысле, ГП. Я понял, я понял. Дайте что. Получается еще ЗС и ОКО закрыто. А, ЗС и ОКО без Келя у ДВшников, да, закрыто? А еще...